На автозаправочной станции, расположенной на трассе М5 «Урал», произошел конфликт. Словесная перепалка переросла в драку. Ее участниками стали гражданин Узбекистана и работник станции. Последний получил травмы и написал заявление в полицию. На видео, снятом в отделении скрытой камеры, выходец из бывшей союзной республики не отрицает, что произошел конфликт. Поругались. Ты его ударил, он тебя ударил. Вышли твои товарищи, правильно? Хотели то ли разнять, то ли непонятно. Драка за драку. И в итоге ты и в шортах, товарищ твой, как-то Шурик называешь? Шурик, да. А по-узбекски его как? Шухрат. Шухрат. Да. Шухрат в итоге его несколько раз ударил, правильно? Когда он за ногу зацепил, на видео видно. Полицейский объясняет, будет проведена проверка. По ее итогам примут решение о наказании. На это гражданин Узбекистана улыбается и говорит, что ему нужно забрать сестру и уехать. Что мне с ней надо сделать? Ты что, мне взятку предлагаешь? Нет, это по-братски. Нет, по-братски. Подожди, я сотрудник полиции. Что мне нужно сделать? Ты мне сейчас даешь взятку, и тебя посадят нафиг за эту взятку, и меня. Нет, это не взятка. Это не взятка. А что это? От души я говорю. Что в конверте 2000 рублей, станет ясно позже. Написано заявление. Вам надо это все, как говорится, по закону. Вас сейчас опросят, сдокументируют. Будет состав, не будет, не будет. То есть я должен решить с потерпевшим, ты мне предлагаешь, чтобы у вас ничего не было. И он забрал заявление? Нет, ребят, так не годится. Этот визит в полицию закончился тем, что было заведено уголовное дело. Завершено расследование уголовного дела в отношении 34-летнего гражданина Республики Узбекистан в связи с совершением им покушения на дачу мелкой взятки. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного комитета, расследование дела завершено. В суд направлено ходатайство о назначении меры уголовного правового характера в виде судебного штрафа. Дина Исляева, Игорь Глотов, телекомпания «Город».